А до посадки деревьев делегация зарубежной молодежи посетила рыбоводный завод. После экскурсии их ждала ответственная процедура. Подростки выпустили в реку мальков осетра. Ведрами черпали из бассейна воду и с очками ловили из резервуаров рыбу. Затем по трубе отпускали ее в Иртыш. К слову, многие из гостей до этого ничего не знали о ценных породах югорских рыб и процессе ее разведения. Эта акция стала, по сути, международным вкладом в экосистему округа. Раньше, к сожалению, мне не удавалось участвовать в таких мероприятиях, и я даже до этого не бывал на рыбалке, к примеру, так что нет, до этого мне не приходилось выпускать рыбу. И мне кажется, то, что мы как люди должны поддерживать или, по крайней мере, компенсировать то, что мы поддерживаем экологический баланс в природе, или, по крайней мере, компенсировать наше влияние на нее.